Вот Игнатов Сергей Егорович. Вот мы называем парник, теплицу обихаживает. Потому что морозы пошли, все замерзло. Вот так. Вы вон там доски-то берите любые. Какие маленькие-то берете-то? Вон там полно. Тут такая надо. И вот рядом с вами лежат... Вот доски лежат. Вы сегодня на этом заканчиваете, наверное, а то поздно будет. Чтобы я закрою, чтобы... Закрыть вот эти вот дыры-то, которые есть. Да-да. Закроете, нет? Закрою, закрою обязательно. Ну все, хорошо. А тут помидоры. Вот сегодня не закрыто было ночью, сильный мороз и повяло все. Вот оно. Видите, вот здесь Марина Христенко интересуется помидорами. Листья завяли, а помидоры, похоже, целые. Ну, вот так вот. Вот оно вверху, тут это еще не дошли, видимо, купируют. Маленько что-то есть. Вот оно, видите, как видно, что все они повяли, какие висят. А сами помидоры, похоже, целые. Где-то, может быть, 1 градус было мороза, не знаю. Вот так. И тот конец заделал, а этот вот сейчас, это Никита строил, Никита Колесников, спаси Христос, но входа-выхода нету, это усадьба его. Вот молва идет, что Никита поехал на Украину за невестой, своего рода племени взять, девицу красную. Ну, может и так, но ответа никакого не было. Поэтому такие вот догадки. Там у нас теплица вторая есть. Вот. Большая довольно. По нашим меркам большая. Там и закрывается. И там у нас своя у скворечника третья. Скворечником называется это вот, где я живу здесь. Вот у меня видно красивый красный крест. О, тут доски. Доски прямо коловаз рядом лежат, он целая пачка. Вот я тут что наскоблил, сложил в эту сторону возле куба нашего. Они лежали с этой стороны. Там, где в России, Володя, есть пащенка, увидит, скажет, подобрали. Все, тут оно, видите как. Все, слава Божию.